Хей, йоу, гей, с вами Шимки, и сегодня мы продолжаем проходить игру под названием Dark Souls Remaster. Так, сегодня у нас уже такая, я думал уже, ну, что сегодня будем делать, да? Так, нужно сначала вспомнить кнопки, окей. Все, более-менее вспомнили. Город нежити, нам нужно с вами первым делом это купить... А купить мы должны с вами... Ой. Ой-ой-ой. Ладно, не буду мучиться. Вот этого убью. С этим посражаемся. Блин, бэкстеп не получился. Нужно, короче, к ним впритык подходить, как я понял. Так, осколок титанита. Осколок титанита — это довольно хорошо. Вы разве так не считаете? Да, блин! Давай. Да, я не попадаю, если так подумать. Так, а... Р, Эксус. Я уже где-то недели две не играл. Поэтому на самом деле уже не помню. О. Ого, ого. Бэкстепа, ладно, лучше, короче, чтоб не мучиться, время не тянуть. О, что-то из него выпало. Копье, походу. Надеюсь, копейку. Не, доспех полого. Сказал, что из того тоже что-то выпало. Отнюдь показалось. Вот. Вот почему я бэкстеп не могу сделать? Главное, я провернул, да, вот это? Отражение. А, вот ты где. Как ты еще в своем уме? Тогда смотри и не глупи. Почему бы тебе не подобрать Танжирой? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Так, купить предметы. Мне нужно у него купить несколько предметов. А что именно? А что именно? Блин, это тебе тоже нужно будет купить. Короче, нужно купить, во-первых, лук. Лук, лук, лук. У нас тут вариант короткий, да, только? Ну, в принципе, у нас вариантов нету. Возьмем короткий. Где он? Окей. Да, в принципе, давайте купим бездонную шкатулку. Ремонтный ящик, пока у нас есть деньги. Так, снаряды. Можно купить, в принципе, большие. Либо за 45 маленькие. Я, конечно, за то, чтобы просто купить маленькие. Как раз 240 с чем-то. Ой, зачем? Подожди, а у тебя там еще были другие? Блин, нужно было по 3 брать. Ладно. Так, что мы делаем? Нужно нам хвост верный выбить. Потом мы сходим с вами за кольцом Хавела. За колечком Хавела. Я могу пожечь? Блин, нет. Нет, 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 я не могу. Так, во-первых, я могу... Дракона этого будем убивать вообще очень не скоро. По одной лишь причине, что это машина фарма. Вот мы просто забираемся, сюда проходим, вот так пробегаем и уходим. Все. Плюс 555 душ. Прикольно? Прикольно. Так, вон наш хвостик, вон наша цель. Давай, бей. А. То есть так я не могу, да, отражать, жаль. Потом я еще немного пофармлю душ. Ну, короче, в этой серии мы... Блин, а если я сдохну? Это опасно, ладно, не суть.
Так, эскейп. Стрелы. Длинный лук. Так. Поехали. Становимся, короче, вот в эту точку. Хотя можно и с той стороны будет ближе. И стреляем хвост. Ну, только нужно попадать, если что, да? Не так, как я, конечно, но почти. Короче, он подлетает к нам. Короче, косой. Я просто помню, я это делал в обычном Dark Souls. А, я понял, почему я не попадаю. Нужно ближе сюда встать. Здесь поближе будет, поэтому будем точнее попадать. В принципе, на два выстрела будет хватать нам. Дракон, в принципе, можно и сейчас на самом-то деле. Даже можно по три делать выстрела. Главное, чтобы мне стрел хватило. Да уж, я косой-косой. Я косой-косой-косой-косой. Давай-давай-давай. Вот, короче, от трубы вот этой вот. Можно по ней стрелять. Ну, а немножко... не тут. Блин, хочу просто несколько раз попадать, а не два. Меч это очень на самом деле хороший. Поэтому я пытаюсь его выбить. Ладно. Ну ладно. Да я стреляю, вообще не пойму. О! Получено. Так. И меч дракона. И. Меч дракона. Вот он. 80 урона. Плюс хорошая прочность, но вес. Так, недостаточно сил для использования одной рукой. Возьмите в обе руки. На самом деле это пока что херово. Потому что мне нужно... Так. Снять предмет. А где-то и здесь, да, кажется, можно их читать. Так, менюшка. Блин, я не помню, как... Предмет. Как? На какую кнопочку? А, отображение. Ну, мне нужно Ну, еще, короче, одну силу вкачать. Меч дракона, тип оружия, прямой меч. Тип атаки обычный. Это меч из числа редкого драконьего оружия, изготовленный из хвоста дракона. Небольшие драконы считаются недоразвитым видом старых братьев, которые скорее всего являются их дальними родственниками. Чтобы выпустить мистическую силу меча, его нужно задержать обеими руками. Ну, короче, суператака нам не нужна, потому что что? А потому что у нас будет с вами портится, так сказать, качество меча. Зачем оно мне нужно? Зачем оно мне нужно? Зачем оно мне нужно? Так. Ай, выйти. Теперь. Опять я медленный стал.
Ну теперь я хотя бы ваншочу. Так, юбка полова. Ой, зачем я сюда пошел? Если сколько мне туш нужно для прокачки? Новый уровень. А, и так я у меня уже есть. Отлично, сила, вкачать. Принять. Окей. Так, хорошо. Так, а хорошо. Нормально ли у меня? Нормально ли у меня по весу? Так, я не помню, где смотреть статистику. А, вот тут, кажется, да? Перегруз. Перегруз мне нужен. Узнать. Есть ли у меня перегруз? Так, нечеловечность. Человечность. Загруженность. Вот. Загруженность моя. С кольцом будет хорошо и отлично даже. До него еще добежать нужно. До кольца. До кольца еще добежать нужно. Ладно. Где у нас Хавл был? Хавл у нас в этой стороне. Поэтому побежали. Эксус нужно будет в какой-то мере прокачать нам немного. Ага. Коснул ты меня, проверяй. Ой-ой-ой, а вот он коснул. А вот он меня то и коснул. Минус, минус, минус. Сзади, кажется, кто-то ко мне шел. Так, выпиливаем сразу лучника. Сзади там никто не идет ко мне? Нет, это хорошо. Так, копейщики сраные. Минус. Речи, речи, пожалуйста. Теперь ты. Давай фастом, фастом. Минус. Главное, чтоб меня Хавел не разнес. Потому что убивать он будет жестко. И я не помню, как отбивать. Подача. Так, Хавела у нас находится снизу, поэтому как-то так. Я не знаю, сколько это времени займет. Плюс там мы сможем еще сделать, как там сказать, срез один. Довольно хороший. Давайте, наверное, Эксус выпью. Выпью Эксус, выпью. Вот он наш друг. Да не. Контр атаки получается. Контр атаки, да, получается. Главное, если он один раз меня шлепнет, он меня ваншотнет. А нет, нихера. Приятель. Ах ты черт. Пожалуйста, минус человечность вся. Минус 3 человечности. Клеймор. А поверху я могу, да, кажется, тоже пробежать. Ну там, блин, опасно, там дракон меня может сжечь. Ну ладно, мне уже нечего терять. Пока-пока, пацаны. Пока-пока-пока. Или нет? Минус все души, минус человечность, походу. Что, попробую через дракона пойти?
но через дракона будет самый простой, по мне кажется. Ну, только нужно будет время угадать, чтобы пробежать. Если бежать, то придется в самом начале аж. Ой, боже, ну давайте попробуем. Не вижу больше никакого смысла. Побежали. А, так я еще выживаю. Тогда нормально. Тогда это лучший способ. Так, это что за дверь? Заперта, походу, с той стороны. Угу, значит, нам наверх. Так, пробежать вот это место, в принципе, да и все. Здесь у нас был, конечно, немного глупенький, но телец. На самом деле это было, знаете, опасно с Хавелом. Его можно убить, в принципе, за каких-то там 4-5 ударов. Но я говорю, он ваншотит. И вот это вот мне немножко напрягает. Его ваншоты. Его ваншоты меня напрягают. Да, так быстрее будет, мне кажется, бегать постоянно. Конечно, можно было эти моменты вырезать. Но кто же я? Который никогда ничего не вырезает. Вот кто я. Ладно, в принципе, если... Воу-воу! Воу-воу-воу! Ох, тихо-тихо-тихо, приятель. Дело в том, что раньше у нежити были хотя бы места, где, ну, где они только могли ходить. А теперь, видите, ему убрали, короче, походу, зоны. Ну, короче, заскриптованы они раньше были, в основном. Бэкстепнул. Я бэкстепнул. Ребят, вы ж видели, да? Ладно, побежали. На самом деле я бэкстепнул. И откуда вообще взялась нежить? Неужели он за мной побежал отсюда? Хоть не, здесь не все вздыхают. А, я даже удивился, я думал, я не сдох. И верно, сидит. В принципе, там, если что, есть тоже тактика, на самом деле, чтобы виверну не убивать и чтобы не идти по низу. Хотя по низу нам придется идти все-таки из-за того, что там дроп. Как-то так. О, у меня одна человечность, ништяк. То есть, за этих врагов, то есть, ну, когда, блин, просто фармить, да, если я буду фармить. Для уровня. То там можно тоже выформить это все. Ништяк. Человечность. Раньше человечность не падала. Это халявный типа фарм просто для нас. Так, вот здесь, да, на меня напал челик. Он загрелся и пошел на меня. Давай быстрее. Чтобы проблем никаких не было с ним. Блин, один бэкстеп нужен был. Я 3-4 сделал, да? Кажется, 3 бэкстепа сделал. На последнем я выпилился. О, ложка крови. Давай, приятель. Может, нужно было просто поближе к нему вставать? Как вариант. Где был бэкстеп? Где был бэкстеп?
Большой уголь. Уголь необходим для улучшения оружия. Для улучшения оружия, которым 5+. Так, у меня пригорает. Мне пригорает какой-то нежити, которая сейчас будет убивать дракона. Может вообще, хотя нет, мне броня хоть как-то защищает. Дракон не налетел. Что? Чтобы дракон не напал. Ого, что-то новенькое. И давайте, короче, все-таки разденусь пока что. Во-первых, я так буду быстрее, будет меньше тратиться стамина. Конечно, теперь я вообще не в человечности. Это плохо на самом-то деле. Хавил, кольцо Хавила нам нужно лишь для одного, чтобы у меня была перегрузка очень маленькая. Мы можем, в принципе... А не, у Хавила поворот очень жесткий. Поворот-оборот. Поэтому я лучше оденусь. И... доспехи. Доспехи, кошка, кошка. Готово. Ах, начинается. Вот опять, ну что это? Ты что такое заскриптовал? Может я в щит тогда ударил его просто? Ну, возможно, в щит ударил. Или просто не попал. Ну, ему конечно... Короче, я не знаю, как работает... Тут эта механика сраная. Давай, один удар по тебе. Да? Все, отлично. Кольцо Хавила. Так, колечко, колечко, колечко Хавила. Так, назад сменить отображение. Так, кольцо Хавила. Это кольцо было названо в честь Хавила Скалы, старого боевого товарища Повелителя Гвина. Люди Хавила использовали эти кольца, чтобы выразить веру в своего предводителя и носили больше тяжелого груза. Так, теперь у нас О, отлично. Отлично. Наша следующая цель. Довольно опасная. Нам нужно отсюда пробежать весь промежуток. Блин, тогда я до хера всего срежу. Что же тогда делать? Блин, на самом деле я даже не знаю. Мне все равно туда придется возвращаться. Ладно, давайте, короче, сделаю как должно было быть. Просто мы открыли проход себе. Город нежити. Город нежити, город нежити. Да. Главное, чтобы, видите, пробел нихера, нужно мышкой. Мышкой нужно подтверждать. Отряд возжигания. Это тайный ритуал позволяет поддерживать пламя костров с помощью возжигания. Таким образом можно собирать еще больше эксуса. Эх, так, отдохнуть у костра, новый уровень. Так, выносливость. О, стойкости там. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Можно прокачать, в принципе, выносливость. До 16. Ну, до сотки хотя бы, чтобы у нас была нагруженность. Плюс это еще из-за кольца у нас, поэтому...
Нам нужно больше загруженности. А, стоять. Я могу опустошение прервать. Все равно буду вздыхать. Так, пожечь. Обратить опустошение, да. Отличненько. Человечностью мы можем видеть светлые пятнышки. Это призыв какого-то юнита доброго. Есть шанс, что будут на нас нападать злые юниты. Это красные фантомы. Как-то так. Бэкстеп. Просто, понимаете, фигня в том, что здесь... Оф. Я тебе уже забыл, копейщик. Давай, пожалуйста, быстрее можешь двигаться. Он довольно опасен на самом-то деле. Вот, в смысле, я забэкстепил. А, то есть, бэкстеп срабатывает только в притыке. Разумно. Смотрите, есть два варианта, как туда пройти. Первый вариант. Как делаю я? О, тихо. Крыски нападают. Отравление. Это жуткая херня. На самом деле, это жуткая херня. Она, хотя она даже очень долгая. Довольно долгая. Ладно, отхились. А то крыски загрызут. Из крыс можно человечность тоже повыбивать. Пипец, оно долгое. Воу-воу-воу, где мой FPS? Так, у нас две развилки, да? Привет. Так, стоять. Они что, вырезали этот момент? Раньше, чтобы здесь подняться, здесь было... куча врагов. Не только вот это вот место, а там еще были, ну как вам сказать, нежить обычная, тут тропинки были, ну короче, где-то припад нежитей, а только там можно было зачистить и только здесь уже подняться. И раньше огней здесь этих не было. Или это все дальше? Наверное, дальше. Давай, 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 давай. Я не хочу, чтобы на меня тут кабан еще побежал. О, послышалось. Блин, вот это отравление на самом деле херовая фигня. Бежим, бежим отсюда, нахер. Так, тихо. Бэкстеп. Свинюшки в сраку. Нихера не дали. Такс. Если я не ошибаюсь, мне нужно наверх. Пипец, отравление тратит. Сколько? 6 этих, да? Получается. Ай. Ай. В
Минус. Минус. За тобой сейчас спущусь. Так, черепа это для того, чтобы типа приманки. Это тоже полезные предметы. Минус. Так, здесь ничего у нас нету. Тихо, наверху тут есть что-то. И здесь у нас нету. Да, это все-таки то место. Давайте тогда я здесь недалеко дойду. О, тут этого раньше не было. Или были. Интерьерчик новый сделали. Вот костров точно здесь огня этого не было. Так, и вот здесь вот у нас проход. Наверх и вниз. Да, это все-таки они ничего не убрали. И здесь проходец. Вот он типа куда-то ведет, ведет, да, но на самом деле это ловушка. Довольно серьезная ловушка. Ну, глупая. Минус. Почему я хотел защиту врубить, а он у меня атаковал? Он у меня атаковал. Так. Блин, я думал, рили они убрали это место. То, что я... Блин, отхилился, черт. Так, ключик. Ключик, 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 который мне нужен. Что мы там делаем? Если что, я косточку возвращения заюзаю. Да и все. Так, вот здесь. Так, как ходить? Все. Alt. Так, душа пропавшего. Душа пропавшего. И вот здесь есть у нас типа подъем. Так, здесь, по идее, врагов не должно быть. Но здесь есть что? Здесь должен быть другой проход. Вот. Есть он тут. Это, кажется, не туман с боссом, поэтому можно проходить смело. Так, а что это за туман? Это туман с рыцарем. Вот здесь должен тоже быть враг, по сути. Ой, это рыцари эти сраные. Бэкстеп. Ваншот. Рыцарский щит. Рыцарский щит. Так, здесь еще где-то враги должны быть. Зачем? Дай пройти. Вот, здесь, я вспомнил. А он на меня тоже смотрит, да? Шаги только с этой стороны. Давай. Сука. Сук. Я не думал, что он налетит на меня. Давай быстрей. Копейщик херов. А. Ну, кстати, но. Как они меня бесят, вот эти рыцари. Короче, здесь недалеко осталось нам идти. Фляги Эксуса у меня больше нету. Так, что по хиткому мосту пойти? Не, он не хиткий. Игра.
Генерал нехиткий. Так, вот этого нужно грохнуть. Здесь раньше, кажется, что-то валялось, но теперь тут нихера нет. И теперь просто сбежим сюда. Здесь у нас будет с вами, если не ошибаюсь, кузнец. И все, считайте, мы сократили путь, плюс мы улучшим сейчас сексус до плюс 2. В следующей серии. Хотя я мог быстро в этот промежуток пробежать, никого не убивать. Раз это интересно было бы. Так, все, новый уровень. Так, давайте я, короче, качаю. А, ловкость качай и силу вкачай один раз. Да. Все, давайте, короче, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.